fanpay.ru – первая в Рунете биржа игровых валют, аккаунтов и услуг. Более 3000 предложений. Покупайте напрямую у игроков без посредников. Всем привет, с вами снова Владислав Фомин. Я со своими сагильдейцами решил пробежаться по рейдовым боссам. А тут как раз на праздник Крещения 19 января включили рейд на Drop X2. Мы решили сходить на таких боссов, как Нео Копилика 85 уровня в городе Пельтрок, Нео Вулкан 85 уровня в городе Люпинель, а также глубоководный крокодил 92 уровня в городе Посетуния. Ну, в общем-то, вот что из этого вышло. Oh,
Как мы видим, ничего путного нам не выпало. Жаль, что рейд на дроп закончился к тому времени, когда добивали босса глубоководный крокодил. В нашу гильдию идет набор игроков с частым хорошим онлайном, желательно ежедневным онлайном от 4 часов в сутки. Уровень персонажа должен быть не ниже 95-го, желательно иметь 98-й с плюсом уровень, чтобы ходить с нами на совместный кач, в такие локации, как мастерская некроманта или лаборатория некроманта. Также иногда бегаем в локации застава, но для данной локации желательно 105-й с плюсом уровень. Практически каждый рейд на дроп организуем походы на рейдовых боссов. Дроп полностью подбирается мной и делится на всех участников рейда после завершения похода. Наша гильдия находится на сервере Азмара Темптерон, имеет 3-й уровень и на данный момент находится на 38-м месте топа гильдии. Сейчас в гильдии 8 человек, все персонажи 98 с плюсом уровня, большинство 100 с плюсом уровня. Если вы имеете хороший большой онлайн, высокий уровень и мощного персонажа, то можете писать на ники, которые видите на экране. Твинов в гильдию не берем, на прицепе персонажей не качаем, шмот просто так не даем. Обязательно подписывайтесь на канал, также зовите своих друзей и знакомых. Не забывайте ставить лайк под видео, если хотите меня поддержать. А также вступайте в группу ВКонтакте, там есть много полезной информации. Ссылка на группу ВКонтакте, а также название трека, который я использовал в видео, будут в описании под видео. Всем удачи и до новых встреч!